Всем привет! 233-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 18 января. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть через несколько дней. Если вы смотрите данный сериал с первой серии, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Баран попросил Дилан быть осторожной, чтобы она не заставляла его жить в страхе, что с ней может что-нибудь случиться. В это же время Фарат и Гюль планируют свою свадьбу. И Кудрет пообещал, что она будет достойна корабея. Ходит слух, что Дилан могут застрелить именно на этой свадьбе. Баран понимает, что Дилан не может сидеть без работы. Поэтому он предлагает ей организовать свое дело, а не работать на кого-то, чтобы никто не смог ее расстроить или обидеть. Это неплохая идея, но пока ее будут осуществлять, Дживахир уже успеет навредить кому-то из корабеев, потому что он уже вхож в их дом. И никто, кроме Хасана и Салихи, не знает его истинных мотивах. А эти двое не хотят осведомить Барана о планах его врага. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.